Айоу, всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами как всегда Жорж, а это продолжение карьеры за Даню Крапивникова. Ну что, сегодня мы заканчиваем наш первый сезон, наконец-таки, поэтому будет интересно посмотреть, придут ли нам какие-то трансферы, возможно, позовут ли нас куда-то получше. Если нет, то будем плакать. Все, братанчик, не забывай подписываться на Телеграм, залетать к нам на Твич, ссылочки, конечно же, в описании. Ну и у кассира прямо сейчас нажми, и приятного просмотра. Let's go. Ну что, пацаны, нам остался матч против Ленинградца и финал Кубка против Зенита. Ёбиный-бобиный. Страшно чуть-чуть, возможно, есть такое. Но в целом похер. У нас рейтинг 69. Мы стали, кстати, игроком месяца. Это тоже... Вот он красуется. Это мы. Тренировочки у нас нету. В принципе, все. Переходим к матчу. Четвертое место мы занимаем. Выше мы точно не поднимемся, да и ниже тоже не упадем. Поэтому четвертое место наше. Остаемся в ФНЛ. 35 голов, лучший бомбардир. Ну а как иначе? Мы хотим забивать. Мы хотим в какую-то хорошую команду. Погнали. Сегодня надо бы чисто по-быстрому разобраться. Посмотреть, что нас ждет в новом сезоне. Сегодня такая, наверное... Ну, по матчам короткая будет. Короткий ролик. Два матча всего лишь. Там уже будем разбираться с задачами по концу сезона. Что нам скажут интересного. Ой, обокрали у нас. Штрафной все-таки. О! Мы бьем штрафные? Что? Чуть мимо. Хорошо. Оценка 5,5 у нас. Пять и семь. Мы ничего не сделали вообще. Она поднялась. Прикол. Ну-ка и с ударом. Хорошо. Пошла подачка. Вверх выиграть не получается. Нихера он на скорости убежал. Братанчик, а если ты хочешь тоже поиграть за Тудроц, за МКАУ, либо за любую российскую команду, то милости прошу на мой Twitch. Залетай туда, стримы там очень часто. Забавы канала, ты можешь приобрести себе данный патч, я тебе его отправлю. Ты скачаешь и будешь кайфовать, играть за Тудроц, бам-бам. Поэтому обязательно подписывайся, ставь колокольчик, чтобы не пропустить стримы на Твиче. Погнали смотреть дальше. Пах! Яс! Начи. Так, еще хорошая на нас передачечка. Чикс. Ой. Это ужасно было. Это было очень плохо. Но побыстрее ты не мог. И все, подходит первый тайм к концу, 1-0. Чё-то особо моментов-то и нет. Два моментика было от нас, один забили, один бахнули высоко. Ну, штрафной. Страшно был. Хорошую даем. Обратно нам и с левой. Шиш.
Ну, это уже легко, как будто бы. Ой-ой-ой. Что за танцы? Тоска, ласка, маска, ласка. Наверное, весь матч вставлю. Ну, два целых матча вставлю. Кайфанете. Правда, без эмоций сегодня, но... Как-то мне худовато немного. За это простите. Но и не записывать я тоже не могу. Ну, кстати, оценку стало намного сложнее зарабатывать. Вот реально. Я могу заметить и отметить. Ну, а мне обратно дать. Ёбаный рот. Потому что у нас дубль, у нас голевая, у нас оценка 7,9. Сколько мне надо по 5 голов забивать в матче? Это бред. Где реализм, нахуй? ФИФА, алё. Че пропустили под конец? Вообще придурочные. Если я свисток. 3-1, легчайшая победа. Голевая 2 гола. Меня так бесит, что надо зажимать, чтобы скипнуть. Кто это придумал, тот придурок. 7-13 по ударам. У ленинградца больше ударов, хотя что-то я даже не обращал внимания, что у них много ударов. Со стартового состава так скоро отлетим. Ну, оценки 9. Оценка 9, получай. Как я должен получить оценку 9? Внимания нет. Ну, ладно, у нас тренировка бустит достаточно хорошо. Ну что, и последний матч с Зенитом. Тренировочку мы бахнуть не можем, летние каникулы. Отпуск с умыслом. Отпуск с друзьями. Ну, потратим 5000, мы не можем. Почему? Ну ладно, с друзьями отпуск. На коллег мы еще насмотримся. Так, ну и погнали. Матч с Зенитом. Финал. Кубка России. Let's go. Ой-ой-ой. А вот и наш баннерок. Олимпия Стадиум. Кубок России. Семи пять оценка. Не проиграть и достигнуть 40% обводки. Против Зенита. Сегодняшний наш матч последний. Посмотрим, на что мы способны против достаточно серьезного соперника уже. Оп, сразу в обводочку. И подачку попробовать. Хорошо, и с ударом блокирую. Хорошо, есть еще шанс. Снова блокируют. Не дают, ты посмотри, а. И вот он, первый момент, удар. И вратарь на месте. И ужасная передача на нас. И забивает наша команда. Мы, к сожалению, в голе вообще никак не участвуем. А, офсайд. Это офсайд, дорогие друзья. Так что рано радоваться. А я думаю, что мне оценку не прибавили.
У нас так-то предголевой пас был. Наш вратарь. Сейвит. Ну, сейв ми. Куда ты, Малком, побежал? И все, первый тайм. Подход к концу. Вот такой вот, казалось бы, непонятный первый тайм. Без голов, без моментов. Посмотрим, что получится во втором. Ну, красиво, кстати, вон. На нас передача! Снова вратарь. Это Адоевский. Хорошо. Прошу передачку. На меня есть передачка! А забить! Крапенчик, ты чего? Все, давай на меня передачку хорошую. И в дальнюю. Делать. Никаких замен. Ламос, конечно. Ну, обычная, обычная разыгровочка. Ничего сверхъестественного. Ну, замены напугали, конечно. Хотя все равно спамят, что есть шанс уйти на замену. Почему он не захотел бить? Хорошо. И все-таки меняет нас. Попав, больше заслужил? Если они сейчас два пропустят, я же не перенесу. Ну давай. Ну ладно, выиграли. Ну, поднимаем кубок. Правда, не посмотрим мы этого. Из-за дебильного тренера. Ну ладно, вот он. Первый трофей Крапа. Поздравляю. Ну что, сейчас много вот этих скипов, тренировок. Делайте ваши ставки, какие мы будем по окончанию. Сейчас я вот домотаю все и перейдем уже к началу следующего сезона. Посмотрим, сейчас рейтинг 70. Какие мы будем после вот этого перерыва. Так, ну что, домотал я, получается, до конца сезона. Четвертый мы в лиге. Победа в Кубке России. Групповой этап на европейском вот этом турнирчике. Нам никто не пишет. Нас никто не хочет. Но я думаю, что сейчас сами запросим трансфер. Будем каждый сезон отправляться в новую команду. Но пока мы не окажемся в какой-то хорошей, нормальной, адекватной команде. Потому что играть еще один сезон ФНЛ, но что-то как-то... Да. Конечно, команда лучше нам сейчас не предложит. Не знаю. Посмотрим, что будет за предложение. Возможно, останемся в Чертаново. Так, ну и что, давайте попробуем. Два ляма мы стоим. Это неплохо. 71 рейтинг, короче, у меня получился. Я думал, будет больше. Мои действия — запросить трансфер. Запросим у тренера трансфер, а там уже посмотрим.
скипаем пока матчи. Еще, походу, нас никуда так и не позовут. На трансфер мы запросили. Я получу твое прошение трансфера, мне необходимо переговорить с руководством, после чего ты узнаешь. Ты попросил выставить себя на трансфер, но хорошенько подумав, я решил этого не делать. Почему? Тренер не хочет, чтобы мы раскрывались. Ну и опять тухнуть. Сейчас суперкубок со Спартаком. Но в целом опять тухнуть в Лиге 2. Больше нам ничего не остается. Ну, будем на этом и заканчивать в целом. Такой не самый длинный выпуск, не самый насыщенный, но что попытались, то попытались. В следующих матчах уже будем бодаться снова с ребятами. Возможно, будем на протяжении сезона просить трансфер и просто в середине сезона куда-то свалим. Будем, в общем, смотреть. Обязательно пишите в комментариях, что думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Ну, а с вами был Жорж. Обязательно залетайте к нам в телегу, ну и на Twitch фоловьтесь. Там стримы бывают частенько. И можно вкусняшечку утащить, забавы. Все, всех люблю, всех обнял. До скорых встреч. Пока.